Автоинспекторы предлагают водителям обратить особое внимание на безопасность маленьких пассажиров. В Югре стартует профилактическая акция «Пристегни самое дорогое». Сегодня и завтра сотрудники госавтоинспекции будут проверять, пользуются ли водители удерживающими устройствами при перевозке детей. Помимо этого, в школах и общественных организациях пройдет цикл профилактических встреч с родителями, посвященных безопасной перевозке детей.